Почему-то с одной стороны выше, выше, а с другой ниже. Я вам объясню, потому что с той стороны, где идет вровень с асфальтом, это именно сторона стека воды, куда она должна уходить. А с другой стороны, как это по досмотрению администрации, для людей с ограниченными возможностями, например, для слепых, чтобы они могли тростью контролировать, где они идут. Но чтобы не по траве, не по кустам идти, а по краю бордюра это можно было костылем обстукивать.